Музеи истории православия Республики Марий-Эл с 11 ноября по 31 декабря представляет выставку репродукций картин художников и фотографий «Русский Лемнос». Выставка посвящена столетию русского исхода и повествует о судьбе наших соотечественников, оказавшихся в изгнании в 1920-1921 годах в лагере беженцев на далеком от родины греческом острове Лемнос. На репродукциях картин и фотографиях посетители выставки смогут увидеть трагические события гражданской войны, ужас эвакуации, отдельные моменты из жизни наших соотечественников в изгнании. Основная идея этих работ – сказать о том, что нельзя допустить повторения подобных уроков истории. Режим работы. С 10:00 до 18:00. Выходной понедельник. Адрес музея. Город Йошкар-Ола, Вознесенская набережная, 12.